на стадионе «Спартак» в Чебоксарах стартовал традиционный спортивный фестиваль «Кубок дружбы». Вот уже 17-й год подряд, в преддверии дня рождения столицы, он собирает команды землячеств районов республики. На открытии турнира побывала наша съемочная группа. Мощные подачи, атаки и блоки. Мяч буквально летает по залу. Зрители только успевают уворачиваться. Яльчики против Янтикова. Лидируют первые. Все радуются, все болеют. И мы тоже играем. В Яльчик родился. За Яльчик буду играть, конечно. Так эмоционально здесь реагирует практически на каждый удар. По-настоящему жаркие баталии. Ведь волейбол – один из самых любимых и массовых видов спорта у землячества. В эту зрелищную игру с большим удовольствием играет и стар, и млад. Команда отличная. Игру вытащили, Янтикова проиграла. Ну, ребята молодцы. Отличная игра. Представители землячеств с удовольствием встречаются в столице Чувашии. Мы вместе, мы рядом, и у нас растет здоровая нация. И что все наши команды преследуют только одно – победить в этом Кубке дружбы. Эти люди родились у себя на родине и свято хранят память и о своей малой родине. Очень хотят принести своей малой родине большую пользу. И вот таким образом представив ее на этом турнире, победив на этом турнире, прославить свою малую родину в столице, на уровне столицы Чувашской республики, город Чебоксары. История Кубка ведет отчет с 2003 года. Тогда чувашский писатель Анатолий Кибеч вышел с инициативой организации такого турнира и сразу же нашел сторонников спортивной идеи. Тогда по сумме двух игр по волейболу и футболу первое место заняла команда землячества Янтиковского района. И вот администрация города тогда подарила автомобиль. Это был очень такой внушительный приз. Наша задача – это землячество работали дружно, чтобы это движение не заглохло. А спортивный интерес очень высок. Первый день турнира «Кубок дружбы» подарил зрителям красивую игру, спортсменам опыт и интересные встречи. Рифат Фаткулин, Бахтияр Велиев, Республика.